Я Куся, а где деньги, которые я тебе вчера дал 100 тысяч? Я резину заказал зимнюю, нужно оплатить, завтра будет. Я их потратила. Ты их потратила? Ну да. На что ты их потратила? Я сапоги себе Балансиаги купила. За 100 тысяч ты сапоги себе купила? Ну почти там 10 тысяч осталось сдачи. Я откуда знал, что тебе понадобятся эти деньги? Ты мне отдал их, я думала, все. Ну что такое? Не надо ругаться. Да я не ругаюсь, я спрашиваю просто, куда на деньги делала. Ну, купила дорогие сапоги, ну что поделаешь. Ныне время такое, все дорого, сынок. Да, я понимаю, ну как бы дорого-дорого, экономить надо немного. Ну, получилось в этот раз. Что не получилось? Ты так хотела, чтобы я тебе сказала, да? Вот, не получилось. Что у тебя не получилось? Да ладно, транжира какая. Это что такое, 100 тысяч сапоги дала? Успокойся. Какой успокойся? Я в ваши годы, сынок, копейка в копейку собирал. А сегодняшнего годы. Дня, чтоб всю зарплату приносил и мне отдавал. И да. Ничего жене не даем. Если ты чего-то хочешь достичь, сынок, ты должен все деньги маме отдавать. Да ладно, мам, какая разница? Ну купила она себе. Ты себя что, не баловала в ее годы? Нет, я такой транжирой не была. Да. Я копейка в копейку собирал. А тебе надо на колеса. И что теперь нам делать? Да ладно, я разберусь. Кого ты в дом привел? Так все нормально, мам, разберемся.